И сегодня у нас на операционном столе Template as Third Person от Unreal Engine версии 5.6. Запускаем Template в Standalone, и здесь все прекрасно. Но что будет, если запустить ее в сетевом режиме? У нас есть два окна, клиент и сервер, и в клиентском окне камера абсолютно не реагирует на мышь, хотя на сервере все отлично. В чем же причина такого поведения? В более ранних версиях маппинг-контекст был общим, однако в версии 5.6 разработчики решили подключить управление камерой отдельно, в зависимости от операционной системы, и почему-то подключили этот новый input mapping в событие possessed. При запуске игры в режиме Listen Server Possessed сначала отрабатывает на сервере, однако у сервера нет Local Player Subsystem. А на клиенте Possessed отрабатывает раньше, чем произошла полная репликация его контроллера. А как мы знаем, контроллером игрока владеет сервер, однако реплицирует его на клиент. И именно поэтому инициация импута должна происходить в событии Receive Controller Changed, когда контроллер точно полностью готов к работе. То есть оба маппинг контекста подключаются в одном месте, естественно, после проверки is locally controlled.